Всем шалом, доброго времени суток. Это одно из моих любимых занятий, это давать вторую жизнь колокольчиком. Вот один я восстановил уже, не заснял, в каком он виде ко мне пришел. В ушатанном Иерусалим. Поставил ему ручку от русской бритвы. Сунул там цепь от браслета. И подвесил Маген Давид. Получился такой шикарный колокольчик. Это колокольчик знакомому сделал. Он увидел, как я восстанавливаю колокольчики. Но, к сожалению, они быстро уходят, поэтому... Только сделаю, сразу уходят. Поэтому как бы не успеваю их снимать, но вот этот... Буду восстанавливать знакомому. Он увидел, как я восстанавливаю, попросил сделать его. Он у него 50 лет. С войны. Израильской войны, естественно. Вот. Но все отгнило, отвалилось, поломалось. Надо восстановить. И вот такое еще сделаю. Это шляпа такая. Пилигримы носили. Тут мадама пилигримша. Чуть-чуть почистить. Внутри Made in England. Англия. Все это отполирую. Покажу, как сделаю. Повезло, что вот этот пин удалось выкрутить. Что он не полностью там внутри сгнил. Вот. Это я его чуть-чуть уже почистил. Почищу до конца, смажу. Смазочкой вкручу и придумаю какую-то подвесочку соответствующую этой мадаме. Будет шикарный колокольчик. Ну, в общем, покажу, что как получится. Чуть-чуть еще почистить. Ну, в общем, не убитая. Вот этот, конечно, был ушатанный вообще. Даже надписи не было видно. Такие окислы были. Долго вычищал. Вот начал вычищать, выполировать. Грязь все снял. Сейчас делаю полировку, чтобы было видно. Видите, какая грязная муть. И вот так оно должно выглядеть. Понятно, да? Ну, со временем, конечно, потемнеет, но вначале должно быть вот такое все чистенькое. Внутри еще немножко пройтись. А так уже вид не грязный. Тяжелая штука. Ну и вот так продвигается дело. Этот полирнул, появился блеск. Этот тоже вычистил, полирнул, сделал висюльку. Все чистенько. Такой мягенький звук получился. Сейчас займусь этим. Это все вычистить. Ну, что не сделаешь для приятеля. Вот, в принципе, и все, работа закончена. Это я показывал. Этот почистил приятелю, подвесил камушек и Маген Давид и ручечку от самовара, от ручки самовара. Такой негромкий, но пойдет. Ему как память 50 лет колокольчику. Нормально. Так что смотрите такие вещи. Их можно восстанавливать. Подручные всякие штуеты, которые дома валяются. Ручки от бритвы. Ручки от самовара. Подвесочки, цепочки от брелков,
и вперед. Всем удачи, шалом.